Hola, amigos, всем хорошего настроения и приятного просмотра, и с вами GameKS. Сегодня у нас обзор на Террарию. Ну как обзор, недообзор. И это у нас уже не первый дубль. Первый дубль, короче, я испортил, вообще забыл микрофон включить. На втором дубле меня сбили. И, короче, маленькое предисловие, почему я делаю обзор-недообзор. Потому что, чтобы делать полноценный обзор, это по моему ощущению, ну, надо очень шарить в игре и знать лор, о чем я вообще не знаю. Кто еще не знает, я всегда играю один раз, никогда не перепрохожу. Почему? Я тоже уже говорил, кто знает, кто не знает. Потому что игр много, и я хотел бы как можно больше попробовать и поиграть. Поэтому даже если игра мне нравится, я к ней, в принципе, возвращаться не собираюсь. Вот так вот. Так что это будет больше мои ощущения, что я ощутил, что понравилось, что не понравилось. Так что это сугубо субъективное, скажем так. Буквально сегодня у меня друг спрашивал, а я не смог в полной мере объяснить и рассказать. Ну, тем более мы долго играли и уже подустал и так далее и тому подобное. Кстати, я часто это слово говорю. И вернемся к игре. Она вышла в 2011 году. Есть мобильная версия. И многие скажут, что, наверное, это очень старая игра. Но мне кажется, она никогда не устареет. Разработчики ее всячески поддерживают. И все время что-то обновляется и делается. Очень, мне кажется, подойдет людям, тех, кто любит Майнкрафт. Хоть они разные. Это Террария у нас 2D, а Майнкрафт 3D. Но полностью разрушаемый мир, фактически, по крайней мере. То, что не разрушается, можно разрушить потом. Можно крафтить, там, не знаю, новые кирки и так далее. И тому подобное. И все это делается. Поэтому наш обзор чисто на моих ощущениях, что мы чувствовали в этой игре. Я думаю, очень интересно играть с друзьями. Много классов, можно выбрать каждому свое. Миры разные, рандомно у нас они регенерируются и тому всякое разное. Хотел опять подобное сказать, но вы поняли. Челопук у вас остается все время, и вот вы можете по разным мирам лазить, поэтому, честно говоря, с одной стороны, уникально сделано. С друзьями очень прикольно играть, потому что вот мой друг все знает о ней, он все рассказывал, очень много и интересно, как он, я в принципе не расскажу, и он сейчас будет в шоке, что я сейчас пытаюсь вот это все рассказать и записать. Поэтому вам придется слушать меня, потому что, ну, он не сделает за меня обзор. Боссы уникальные, некоторые приходят сами, есть боссы событий, есть главные боссы, если не получается пройти, можно прокачиваться дальше и пытаться по новой призывать их, и даже после того, как прошел, можно их еще раз призывать, и так до бесконечности прокачиваться, играть, и по сути, можно сказать, эту игру можно играть бесконечно, и в этом есть своя прелесть. И да, я много еще хотел, наверное, что сказать. Такая была маленькая пауза. Ну, я уже, наверное, с третьего раза заплетак я закакается. Не могу, наверное, все вспомнить, все, что я хотел сказать. Но я рекомендую, я же говорю, лично мой друг меня водил прям за ручку, прям показывал каждый этот. И если у вас есть такие друзья, которые уже прошли, берите их и проходите эту игру. И каждый раз, можно сказать, она будет новая, потому что, я же говорю, миры разные. Боссов можно в разных порядках, по сути, проходить. Если не получится прокачаться или что-то разрушить, можно просто это доделать. И, короче, заходите на мои стримы, смотрите, такая маленькая заодно реклама. А мы так посмотрим, вообще зайдут эти обзоры или нет. И, может, будут делать почаще, а может и нет. Тоже посмотрим все на ощущениях. Поэтому спасибо тебе, друг, что водил меня. Спасибо за то, что подарил эту игру, за то, что мы ее простримили, прошли. Фактически, там чуть-чуть уже осталось. И побольше таких интересных игр, друзей. И вам всем хорошего настроения. Я думаю, запись получилась довольно-таки ламповая. Ну, а вы там уже расскажите. Если понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, ну и идите себе спокойненько. Не надо никаких дизлайков ставить. Так что, я думаю, вы сейчас, если видите, что вот платформер вам совсем такой не нравится, просто, ну, вы адекватно это оцениваете и проходите мимо. Ну да, адекватности у меня на канале — это очень странная вещь. А если да, вот вы сейчас смотрите этот ролик и, в принципе, чувствуете, что да, я правильно говорю, что вы когда-то играли в Майнкрафт и можно для разнообразия попробовать, заходите, милости просим, я думаю, вам понравится. Вопросы? Пишите в комментариях, на которые я, скорее всего, не отвечу, потому что я настолько не шарю в этой игре. Насколько хотелось бы вам, чтобы я понимал и вам все рассказал. Но мне понравилось все. Это, в принципе, главная мысль этого видео.
Мне игра понравилась, было очень интересно. С вами GameKS, всем добров и бобров.